Евгений Цыпаев уже не раз пробовал себя в роли режиссера. Делал постановки в саровской драме с профессиональными актерами. Этим летом он решил создать молодежный театр, где будут играть ребята в возрасте от 15 лет. Будут ставиться спектакли с молодежью, про молодежь, для молодежи, где будет браться современная драматургия, именно подростковая, где очень... Точно, на мой взгляд, сегодня описываются проблемы молодых ребят. На собрание в молодежный центр пришло более 10 человек. Всем им интересен новый формат студии. Во многих кружках проходят отдельные занятия по сценической речи и пластике движения. Все эти дисциплины Евгений планирует и объединить во время подготовки спектаклей. Нужно играть в спектакль. Нужно чувствовать, что такое зритель, нужно чувствовать, что такое аплодисменты. А иначе какой смысл в принципе заниматься этим делом? В планах у Евгения Цыпаева за учебный год поставить 4 спектакля. Первый режиссер покажет в начале ноября. Такая уверенность нового руководителя подкупила многих ребят. Действительно интересно, что будет, потому что настолько такое огромное разнообразие вещей, которые тебе нужно делать. То есть необычно, что ты должен переигрывать чью-то чужую жизнь. Необычно, что ты должен это обрабатывать, переделывать. После собрания новые участники студии «Театралка» еще долго не отпускали Евгения. Ребята пытались понять, чем живут артисты, и больше узнать о мире закулисья. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».